Вітаю, друзі! Слава Україні! Вже 101-й день нашого супротиву. Це відео мало вийти за 2 дні до початку війни. І я тільки зараз, на 101-й день, все ж таки зібрався вже з матеріалами, з силами і роблю це відео для вас. Якщо ви не в змозі відповісти мені героям слава, не варто дивитися цей канал. Частину матеріалу буду подавати російською, тому що все ж таки мій канал дивляться не тільки в Україні, але в Казахстані, в Ізраїлі, в Літві і в інших державах світу. Для Росії я не працюю, тим більше нема ні можливості, ні бажання. Це відео присвячене моєму механізму для розпашних складних воріт BFG Mini. Попереднє відео я показував прототип цього механізму, а сьогодні я покажу, як він вже встановлений реально на воротах, і він був трошки дороблений, модифікований. Дякую всім, хто доєднався, дякую всім, хто ставить лайки, пишуть коменти, підписується на мій канал, підтримуємо українське, дивимося, що в мене вийшло. До речі, за ці 3 місяці мені реально дуже багато надійшло пропозицій з купівлі цього механізму. І перший механізм, який я відправив вже під час війни, вже дороблений, модифікований, він поїхав у місто Луцьк, вже працює, чекаю ваших замовлень. Так, це перший тест механізму BFG Mini на воротах. Як бачите, все відкривається чітко. А це вже готові ворота від пана Руслана, місто Луцьк. Це його власне виробництво. Жалюзі і будь-які вироби з профнастилу, прошу, звертайтеся до нього. Контакти будуть внизу під відео. Як бачите, цей механізм міні, він абсолютно непомітний на воротах. Ніяких важелів, ніяких кронштейнів, нічого не виступає. Абсолютно все чисто, голоденько. Ну, цей механізм мені подобається. Тут досить великий проєм, до речі, тут 6 метрів, ворота важкі, але бачите, все працює чітко. Зараз вони без автоматики, а потім буде доставлені ще мотори. Привіт, друзі! Продовжую відео, посвящене механізму BFG Mini. І от з учетом пожеланий, критики, яка прозвучала, значить, я дорабатываю этот механізм. Вот, перше, значить, це увеличив толщину шестерен. Зараз тут 12, було 6, ну, 2 рази. І поміняв сталь, тепер здесь сталь 40Х. Закалена. Ну, это просто монстр уже, я. Следующие проведу испытания на обычной стали, чтобы показать, как это, сколько выдержит нагрузки. Вот, и еще добавил сюда дополнительно вот эти отверстия, видите, 4. Потому что, ну, подумал, действительно, у нас работает сектор только 1/4 шестерни. Ну, вдруг будет выработка, да? Можно будет переставить этот сектор. Дальше работает, потом этот, потом этот. А на этой шестерне работает только половина. То есть тоже, грубо говоря, можно, ну, как минимум 2 раза переставить ее, чтобы неиспользованный участок зубов работал дальше. Вот. А поскольку неохота мне делать настройку, подводить зубы шестерне, можно сделать настроечный механизм, чтобы делать их ближе, дальше. Ну, посмотрю, если будет такая необходимость. Вот поначалу, видите, она когда новая, она идет, ну, туго, скажем так, честно. Ее надо приработать. Вот руками разрабатывать, это грустно, тоскливо и неинтересно. Я придумал вот такую штуку. Значит, ставлю это сюда. Это просто сверло от перфоратора. Вот она как раз сюда заходит, квадрат. И дальше фокус. И в обратную сторону. И теперь смотрите, как теперь она работает от руки. Легенько, вон, одним пальцем.
То есть все прирабатывается. Дальше еще смазать ее, и будет вообще работать отлично. Так, следующий фрагмент уже будет с испытаниями механизма на прочность зубов. Так, пожалуйста, ставим лайки, не забываем поддерживать мой канал, подписываемся на мой канал, обязательно пишем комментарии под видео, потому что это значительно помогает продвигать видео в YouTube, ну и помогает выжить моему каналу. Итак, вот детали уже оцинкованы. Вот эта звездочка, это такой специально сделана система для регулировки межосевого расстояния. Вот эта нулевая точка, да, если она вот так стоит, это минимальное расстояние будет. Ну и переставляя на некоторый градус, можно увеличить до вот на миллиметр больше. То есть крайнее положение вот это будет на миллиметр больше. Вот. За счет того, что тут сделан эксцентрик. Вот в этой звездочке такой. Ну, сейчас я соберу, сейчас я все покажу. Ага, вот видите звезды. Толщина 12 по сравнению, вот сравните старые. Видите, какая была в тот раз и какая теперь. В два раза больше. Ну и сталь 40Х. Специальная для шестерен. Ну что ж, начинаем сборку. Так, ну вот, все собрал. Благодаря тому, что есть регулировочка, теперь здесь настройка идеальна механизма. То есть крутится вообще без всяких усилий. Ну, вот так можно взять. Да. Видите, вращается и в одну, и в другую сторону без проблем. Когда регулировки не было, так сделать было проблематично. Ну, вот это чуть-чуть туже, ну, его просто приработать. Ну, так же самое легко вращается. Вот, видите. Так. Это левый, это правый, соответственно. Видите. Все, механизмы готовы. Ставим крышки и отправляем заказчику. Цього разу механизмы едут у нас в Луцк. Вот. Поставимо, побачимо, як це все працює, і тоді вже сміливо запускаю в серію. Всім, хто дивився, ставте лайки, будь ласка, підтримуйте наш український канал. Це українська розробка. Тримаємося, хлопці. І так, зробив подобие механізму, дві шестерні, редуктор. Вырезал специально, это зафиксировано. Сюда приварил плечо, рычаг, ну, створка, грубо говоря, та же самая, длиной метр. И тут поставил динамометр. Сейчас посмотрим, какое усилие нужно будет приложить, чтобы сломать этот механизм. Так, сейчас стоит на нуле. Начинаем воздействовать. Ну, вот, 10 килограмм. Как видите, ничего не происходит. Ну, как пишут мне в комментариях, хотя бы, чтобы 20 килограмм на метр выдержало. Ну, боюсь, чтобы мне по руке не дало, поэтому буду вешать баклажку 10-килограммовую с водой. Видите? Опа. Тут даже больше, 12 килограмм. 12 килограмм в одной баклаге. Так. Зацепляем. Оп. Есть. Сейчас добавим еще. Так, вот еще одна баклага 12-килограммовая. Проверяем. Все по-честному. Опа, 11 с хвостиком. Так, цепляем. Это будет чуть сложнее, но я думаю, что зацепит. Так. Вот так чуть подвину. Сейчас, удерживать. Как видите, вуаля, все держится. Проблем с редуктором нет вообще никаких. При том, что я подозревал, что зубы, ну мало ли, ну вдруг срежутся. Так, сейчас я сниму. Так, теперь смотрите. Сейчас эти шестерни сделаны из стали 3.
толщина восьмерка. Ну, ничего тут абсолютно нет. От слова совсем. Никакой ни деформации, ничего нет. Можете оценить. Вот. А вообще-то, сейчас я вырезал шестерни. Сейчас вот покажу. Так. Вот, смотрите. Это уже сталь 40Х. Толщина 12 мм. Ну, это уже, я не знаю, это слона уже можно поднять, честно говоря, таким редуктором. Это уже перебор, мне кажется. Ну, для первого случая, как бы, можно перестраховаться. Вот так. Ну, вообще интересно, когда же она сломается. Давайте попробуем. Сейчас я как-то сделаю это безопасно, чтобы оно мне не дало по зубам. Ну, нажму ногой. Почему нет? Ну, я думаю, что я скорее сломаю на сварке, чем шестерни. Какое тут усилие холера сейчас. Давайте попробуем все-таки с динамометром. Так, вот плюс 10 килограмм добавили. 30 килограмм жмем. Ничего не происходит абсолютно. Так что редуктор работает. А гнется он скорее сами рычаги. Ну, в данном случае. Ставим лайк, подписываемся на мой канал. Смотрим дальше. А теперь посмотрим ближе, какие-то есть тут изменения в редукторе или нет. Так, вот берем его сюда, ставим на стол. И да, да, смотрите, вот в этом месте, вот в этом зубе, тут явно пошла деформация. Видите, но зуб остался все равно целым. Маленькая шестерня точно пошла. А большая, на большой смотрим, что произошло. Большая, в принципе, чуть-чуть там практически не видно. Больше всего на маленькой шестерне пошли деформации. Но тем не менее, зубы остались целые. Даже простая сталь 3 и то выдерживает. Повторяюсь, была нагрузка 30 кг на 1 метр. Это много. Это много. Так что в целом, даже обычная сталь и та работает. Вот так вот. Витаю, майстри. Приветствую, мастера. Вы смотрите мой канал, посвященный всему, что можно сделать своими руками. Мой канал работает как конструкторское ателье. И сегодня представляю вашему вниманию новую работу. Это компактный механизм для ворот, распашных ворот, гармошка. Вы видели, возможно, предыдущие мои видео, где я представлял механизмы рычажные, универсальные, BFG Uni и BFG 3050 и 5080 для разной толщины створок. Вот. А этот механизм, он максимально компактный, сделан так, чтобы ничего не выступало, вы визуально не будете видеть никаких рычагов, ничего. То есть вот так вот, это будет из себя представлять такую коробочку. BFG Mini он называется. И вот снизу вот такая штука. Сделал я уже полностью готовые механизмы. Оцинковал. Как видите, теперь это все блестит. Антикоррозионное покрытие. Установлены крышки. Вот. Теперь это все будет готово к упаковке и отправлению к заказчику. Сейчас покажу, как это все работает. Для его создания понадобилось порядка 20 деталей, вот, чтобы создать одну часть механизма. А для того, чтобы поддержать мой канал на YouTube, вам достаточно всего лишь нажать лайк, подписаться на канал и по возможности расшарить это видео по соцсетям. Я буду вам очень признателен. Итак, значит, для того, чтобы установить механизм,
рекомендую ставить на створку 50 на 50. Здесь вот труба 50 на 50. Зазорчик между створками. Тут сантиметровый вообще-то. Но можно поставить и меньше. Но, видите, вот на корпусе сделан такой вот уголок. Он должен совпасть четко с вот этим углом на трубе. А вот с этой стороны такой приливчик, он должен стать по краю этой трубы. И саморезами, в данном случае я сейчас прихватил их к воротине, к створке. Если у вас будет зазор меньше, чем сантиметр, допустим, нулевой, да, к примеру, то есть вы, грубо говоря, на 5 сантиметров должны от края будете отступить и поставить механизм так. Следующее условие для простой установки, это чтобы у вас вот эта петля на механизме и петля на створках, они были одного диаметра. Потому что очень важно, когда вы начнете его устанавливать, проверить, чтобы эти петли были абсолютно соосны. То есть прикладываете угольник в разных плоскостях и сверяетесь так, чтобы оно четко стало в плоскости, в одной оси. Вот эта петля на механизме приваривается к створке. Она сейчас, видите, свободно вращается. Вот. Для того, чтобы выставить механизм, так же как и в предыдущих механизмах, мы выставляем при помощи телескопической тяги нужную длину и еще дополнительно фиксируем вот этой гайкой, зажимаем эту петлю к оси, потому что вот эта шестерня ведущая, она передает усилие на ведомую шестерню, и она соединена с осью, с вот этой петлей, и она уже вращает эту створку. Вот. Итак, зажимаю петлю эту, фиксирую. Вот. Там еще дополнительно есть, видите, топорные болты установочные для того, чтобы надежно зафиксировать петлю. И вот здесь вот есть лыска под ключик. То есть можно поставить его сюда и затянуть конкретно. Установка телескопической тяги на столбе делается аналогично, как BFG Uni и все остальные механизмы. То есть у нас есть кронштейн, который нужно установить просто по краю, на краю столбика. За счет того, что здесь он, кронштейн, совпадает с воротиной, он тоже полностью прячется в кожух. Ну, вот я схематично взял кусочек картонки, да, чтобы показать вам. Вот таким образом. Вот таким образом. То есть оно все будет закрыто полностью. И здесь он заходит вот сюда вовнутрь. Вот. Вот так он будет крепиться. Вот так это выглядит на модели. Крышка сверху. Полупрозрачная, чтобы мы могли видеть внутри телескопическую тягу. Итак, демонстрирую работу механизма. Это скрипят петли, не обращайте внимания. Вот я открыл. Как видите, сейчас даже угол больше, чем 90. Потому что некоторые меня спрашивают, можно ли сделать угол более 90. Можно. Ничего тут сложного нет. Это все добывается при помощи вот этих регулировок. Либо здесь, на телескопической тяге, удлиняете ее, укорачиваете, либо там, на установке уже самого механизма. Важно, вот здесь вот сверху будет стоять коробочка такая вот из жести. Она будет закрывать полностью механизм. При установке вот конечных точек нужно, чтобы вот этот вот край рычага не выходил за пределы трубы. То есть, видите, если короб сейчас вот так наденется, грубо говоря, он все просто скроет. Вот закрываю его обратно, ворота. И вот в этом положении тоже нигде не касается труба. И здесь. Так, вот мы закрыли ворота. Для защиты механизма от дождя, снега и прочего предусмотрены коробки декоративные,
Они есть левая и правая. Вот тут вот увидите специальные такие пропилы, сделанные изнутри. Вы берете болгаркой, делаете надрезы и легко отламываете кусочек. После этого, вот тут видите два ушка, через которые саморезами крепится вот сюда крышка. Вот я ее установил. Ну, крепить сейчас не буду, просто покажу, что она не мешает работе. У меня она крутится на снегу, рама. Поэтому приходится ногой придерживать. И вот. Вот так это работает. Я давно хотел сделать этот механизм, все никак руки не доходили. И тут, как раз перед самым Новым годом, я сделал модель. Компьютерную. Это вид сверху на компьютерную модель механизма BFG Mini. Видно крышку вот эту, что закрывает тяги телескопические. Они сверху вот тут установлены. Все очень похоже, как запланировано, так и было сделано. Вид снизу. Как видите, все работает четко. Заказывайте. Уже пришлет мне мой заказчик видео с установленным механизмом и сделаю вам подробный обзор уже по этим воротам. Всем пока. Еще раз напоминаю, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик, пишите комментарии обязательно. Это очень помогает продвигать видео в YouTube. Всем пока!